До начала учебного года остаются считанные дни. К приходу новых студентов в Ульяновском строительном колледже все готово. Удалось модернизировать сразу три мастерские. Облицовка плиткой, монтаж и эксплуатация газового оборудования – столярное дело. Последнее после ремонта стало просторнее в два раза. Это плюс 6 рабочих мест. Значит, она у нас предназначена для проведения практических занятий, также предназначена для сдачи государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена и также для подготовки к чемпионатам WorldSkills. Часть денег на ремонт пришла из федеральной казны по нацпроекту образования. Он вспомогательный элемент для самореализации и развития талантов будущих специалистов. Для этого перед преподавательским и руководящим составом стоит немало задач. Создание новых мастерских, организация проведения демонстрационного экзамена, повышение качества сдачи демонстрационного экзамена студентами, которые обучаются в наших образовательных организациях. В этом году Ульяновская область одной из первых подключилась к созданию образовательно-производственных центров. Их открывают по федеральной программе «Профессионалитет». Первый кластер начнет работать с 1 сентября этого года в отрасли авиастроения. Следующий – сельскохозяйственный. Его открытие запланировали на 2023 год. На профильной сессии подписали соответствующее соглашение. Стремительно растущий уровень технологий требует непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональных навыков. Да, мир меняется, и достижения научно-технического прогресса задают новые формы освоения знаний. В 2023 году создадут 13 мастерских на площадках 6 профессиональных образовательных учреждений. Плюс продолжат работу по обеспечению доступности образования для инвалидов. Это все обсудили с педагогами и директорами колледжа региона. После официальной части лучшие из них получили благодарственные письма и награды от лица губернатора области. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.